Алло. Да, слушаю. Это Теле3Е? Да. Скажи, а магнитофон ремонтируем, да? Да. В машине магнитофон тоже. Я просто не знал, думаю, не ремонтировать. Почему? Можешь привезти магнитофон. Магнитофон, да? Снимай, привози. А можно, короче, пишущую головку установить, да, магнитофон устанавливать? Нет. Не устанавливать? Это нереально вообще поставить такое. Почему нереально? А если мегапиксель сократить? Кого? Мегапиксель сократить. Кого сделать? Мегапиксель сократить. Ты про что говоришь вообще? Про магнитофон. Ну и что? Ну вот мегапиксель сокращаешь и устанавливаешь головку пишущую. Ты что, это самое, мультиков что ли смотрелся фантастических? Почему? Да потому что глупость полная. Мегапиксель, что не знаешь, что это такое? Да там в магнитофоне нету такого вообще. Так это новое совершенство. В магнитофоне так нету, а когда в магнитофоне пишешь головки, нету мегапикселей, устанавливаешь на температуру 1024, и все, и загрузка пошла. То есть заголовку ты можешь спокойно установить. В курсах? Ты дурак, что ли? Это одна штучка стоит. Ты дурак! Что? Ты дурак, я тебе серьезно говорю. Почему? На полном серьезе. Ты такую хинею несешь. Самую натуральную. Так как? Да там серьезно, я тебе серьезно говорю. Мне просто сейчас интересно стало просто с тобой поговорить. Тебе кто такой вообще пукнул? Мегапиксели? Да. Он стоит очень дорого. Не, кто тебе это вообще пукнул? А? Что я делал? Откуда ты это узнал? Я это посмотрел в Discovery. А, Discovery ты посмотрел? А? Ну смотри дальше Discovery. А почему вы? Ты чушь полный несешь, ты понимаешь это? Так почему чушь? Ты разговариваешь с человеком, который эти магнитофоны ремонтирует 8 лет. Да сколько, 8 лет? Да. Так а почему... ты какой-то Discovery посмотрел, какой-то чушь не А почему вы тогда про мегапиксель не знаешь, когда его изобрели 12 лет назад? Пошел к черту! Что?